Смертельное ДТП в Прикарпатье. В причастности подозревают местного криминального авторитета. Накануне вечером в селе Атыния возле Коломы БМВ протаранил «Ланос». Последнее от удара отбросило на столб. Водитель погиб мгновенно. Пассажир в больнице с тяжелыми травмами. Водитель БМВ с места аварии сбежал. Благодаря видео с камер наблюдения полиция установила, это так называемый «валентиновский стрелок» Виктор Корягин. Свое прозвище он получил после того, как устроил пальбу в ночном клубе Ивано-Франковска в День Святого Валентина в 2013-м. Тогда его приговорили к тюремному сроку. На свободу он вышел 2 года назад.